готов посмотреть в глаза друг другу и простить обиду. Лишь краешек, чтоб увидеть отражение мужа, чтоб сказать всего три слова и разбиться в бред, чтоб как радостный Гагарин проплывать над городами, над несбывшимися снами смотреть вниз. Вот и кончилась игра. Нас с тобой мелькают руки, голоса и доктора. Бесполезные движения, кто поспорит с притяжением, и какие возражения могут быть. Обошится жизнь.